Давайте поглядим. По-моему, дотянулся до мяча Куртуа. И обмануть голкипера Тиаго Мотти не удалось. Тот же угол. И 1-1. Серега угадал. Очень резкий удар Рижани. Точно в девятку, но он пробил направление полета мяча. Хотя не совсем немножко, но... Очень здорово Аспиликуэт. Пока отметим, что голкиперы отправляются в угол совершенно противоположный. Слишком точно. Легко. Это Требус. Куда полетит мяч? Такая была у них... Челси не помогло. Так же, как и Куадрадо. Бил в абсолютно ту же точку для того, чтобы возобновить интригу. Челси необходимо сейчас может быть. Вот вам, пожалуйста. А мяч ушел в совершенно противоположную сторону. На силу, по-моему, будет бить. Уже принял решение, судя по всему. И четко исполняет Уругвай. И Челси необходимо отыгрываться, иначе... До последнего ловил, мы видим, Серигу. Но сделал еще и замах. И опять. Пока бельгиец поближе к тому, чтобы... А это всегда давление чуть-чуть побольше. Итак, Виллиан. Четко исполняет бразилец. Гадают. Хотя видно, что... Стараются варить. Ну вот, пожалуйста. И если Челси забивает, то одерживает первую победу в Международном Кубке Чемпионов. А Париж терпит первое поражение. И спокойной ночи всем! Пожелал Тибо Куртуа. 6-5. Победа Челси.